Издавна Никольская гора в рабочем поселке Сурское является местом притяжения для многочисленных паломников. Особенно много людей собирается здесь в день памяти святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых народом святых. Сегодня здесь присутствует множество паломников из разных регионов. Люди разные, обстановка сейчас в мире сложная, ну... Что можно сказать? Нужно только молиться. Вот мы и приехали сюда, чтобы помолиться. Все вместе, как Господь сказал, где двое-трое во имя мое, там я среди вас. Здесь находятся участники завершившегося многодневного крестного хода в честь святителя Николая. За 5 дней крестоходцы преодолели путь из рабочего поселка Языково до Никольской горы в рабочем поселке Сурское. Каждый день они принимали участие в божественной литургии, исповедовались и причащались. 22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бар, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин совершили божественную литургию в часовне святителя Николая Чудотворца на Никольской горе в рабочем поселке Сурское. Согласно преданию, в 1552 году на Промзино городище, так раньше называлось это село, напали враги. Однако их наступление остановило видение. Неприятелем явился сам святитель Николай, преграждающий путь. Позже на этом месте была обретена икона святого, которая, вероятно, была уничтожена в советское время. Каменная часовня в честь святителя Николая была разрушена в 30-е годы 20-го столетия. В 1996 году в восстановлении часовни на Никольской горе принял активное участие сенатор Сергей Рябухин. Часовня здесь была со времен Ивана Грозного 1552 года, а вот каменное исполнение – это конец 19 века. Я приехал в музей и увидел эту фотографию, попросил на несколько дней, чтобы мне ее передали. Я приехал в Ульяновск, собрал проектировщиков и... Ульяновск гражданпроект, тогдашний директор Полиевец, согласился по этой фотографии сделать чертежи. Общий план, эскиз, общий план и деталировку. Вот таким образом у нас появились чертежи. За несколько месяцев, за 3 или 4 с половиной месяца сделали каменную планку. И вот так вот. Вот, собственно, вот так вот начиналось 27 лет назад строительство. Поздравление с праздником от губернатора области Алексея Русских передал митрополиту Лонгину, священнослужителям и паломникам заместитель губернатора Александр Коробко. Владыка Лонгин рассказал об истории этого святого места и поздравил верующих с днем памяти святителя Николая. В этот день на протяжении уже нескольких столетий православные люди собираются на эту вершину для того, чтобы почтить память святого угодника Божьего, который, скоро послужив на обращенные к нему просьбы и молитвы, на протяжении вот уже более чем 1600 лет, которые прошли с того времени, когда он жил на этой земле, правилом веры и образом кротости назвала его Святая Церковь. Епископ Вениамин поблагодарил митрополита Лонгина за приглашение и радость от совместной молитвы. Я думаю, что сегодня у каждого сердца радуется во Христе, потому что Господь всех нас собрал здесь память великого святого, для того, чтобы каждый из нас мог еще раз вославить своего Творца. Сегодня мы получили ту радость, которая нас объединяет, когда мы говорим, что во Христе мы едины духом и единой душой. По окончании литургии был совершен молебен святителю Николаю Чудотворцу. Сергей Николаев, Нафанаил Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня тема нашего разговора – крестный ход. Владыка, для чего проводятся крестные ходы? Крестный ход – это такое торжественное шествие верующих людей с иконами, святынями и, как следует из самого этого названия, крестом Господним. Это такой вот выход из храмового здания – такой церкви торжествующей. Он свидетельство о вере людей и до некоторой степени так предназначен для того, чтобы все вот вокруг нас, не только сам храм, не только вот в храме, но и все вокруг нас осветилось бы, как поется в одной стихии, шествием святынь.
воздух, земля, люди, которые встречаются. Как правило, крестный ход, или на Востоке это называют лития. Вот лития совершается на праздники вокруг храма после богослужения. Самый такой известный для нашего зрителя и слушателя крестный ход – это крестный ход на Пасху, когда перед началом пасхального богослужения священнослужители выходят из храма и под торжественный колокольный звон обходят храм с пением стихиры «Воскресение Твое, Христе, спаси». Вот. И потом, уже когда они обходят церковь, начинается у закрытых сначала дверей храма, начинается пасхальное богослужение и провозглашается впервые вот эта благая весть о воскресении Христовом. Христос воскресе. В других случаях крестные ходы совершаются после совершения богослужения, на престольные праздники, на, вот, во время пасхальной седмицы во всех храмах. Это один, скажем так, наиболее распространенный литургический тип крестного хода. Вот даже при советской власти, когда было запрещено все, что... Вот запрещали все, что можно запретить, и были запрещены, безусловно, крестные ходы. За одним исключением, если крестный ход запрещен, если он не является неотъемлемой частью богослужения, то есть крестный ход на Пасху. Поэтому на Пасху крестные ходы практически всегда и везде были. Были исключения, некоторые ретивые начальники и это запрещали, но все-таки в основном крестный ход на Пасху был разрешен. А вот другой вид крестных ходов – это многодневные крестные ходы со святынями, посвященные тому или иному святому празднику. Ну, например, Великорецкий крестный ход, посвященный явлению иконы святителя Николая на реке Великой. Вот он идет несколько дней, очень многолюдный, он совершается несколько уже веков, этот крестный ход. Естественно, в советские годы его не было, но потом, как только появилась возможность, он возобновился. Здесь люди идут достаточно долгое время пешком, со святынями также, с постоянной молитвой. Они ночуют здесь же вот на улице, в палатках, в спальных мешках, еще как-то останавливаются, служат божественную литургию. Обычно останавливаются в тех деревнях, в населенных пунктах, где есть храмы, в которых можно совершать службу. И вот так в течение нескольких дней они приходят на место, где было явление этой иконы. Когда я был архиереем в Саратове, у нас был очень такой большой крестный ход, посвященный новомученикам и исповедникам российским. Он шел почти месяц, более 700 километров, через всю Сарат, поперек всей Саратовской области, от города Балашова до такого населенного пункта Ивантеевка на границе с Самарской областью. И вот несколько сотен человек все это время шли, за ними шла... Ехала машина скорой помощи, ехали автобус, который время от времени садились люди, которые не могли все время идти. Там каждый день проходили от 10 до 20 километров, это много. Вот. Но потом уже, и причем кто-то приезжал на выходные на этот крестный ход. Допустим, проходили день-два, там одну ночь ночевали. Вот, ели кашу из котла, из военно-полевой кухни. Вот, и потом уезжали домой на работу, и в следующую субботу опять или в пятницу ехали опять туда, где остановился к этому времени крестный ход. И таким образом за время его шествия порой больше тысячи человек вот так вот побывало в этом крестном ходу. Люди очень любили это. Это был такой по-настоящему подвиг, посвященный памяти новомучеников. Потому что, конечно, крестный ход – это сложно. Это, ну, во-первых, это физически тяжело и трудно. Это холод или, наоборот, жара.
это неудобства, это стертые ноги, это много таких вот сопутствующих вещей, которые делают этот, это не просто прогулкой и не просто туристическим таким маршрутом, а подвигом. Что еще очень важно, крестный ход идет и молится. Вот он, идет люди и все время вот вместе читают молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Каждый вечер крестный ход останавливается, так и в Великорецком крестном ходу, и в других многодневных крестных ходах. Каждый вечер совершается вечернее богослужение. С крестным ходом обычно идет священник или несколько. Совершается вечернее богослужение. Вот в нашем крестном ходу в Саратовском каждый день совершалась утром литургия. И все участники крестного хода причащались каждый день. Вот. И вот это, конечно, особое такое напряженное, духовно напряженное, и физически напряженное, и духовно напряженное вот время, в котором вот люди так вот подвязались, при прямом смысле этого слова, по нашим временам, это настоящий подвиг. В этом году и в Ульяновской области, Симбирской епархии, проходил крестный ход от Языкова до Никольской горы в Сурском. Вот кто участвовал, для чего, во-первых, он проводился, с какой целью, и кто участвовал в нем, сколько человек? Ну, для нас сегодня крестный ход – это такая экзотика небольшая, да, то есть люди мало еще о нем знают. А вот до революции, я об этом, когда интересовался историей, вот этого Никольской горы и тех святынь, которые там находятся, до революции к летнему Николе, вот к этому, который мы только что праздновали, туда сходилось множество народа. И сейчас туда собираются люди, сейчас там порой несколько тысяч человек приезжает, да? Ну как, приезжают на своих машинах, ну, на автобусе кто-то. А раньше сходились вот именно крестными ходами. Из разных населенных пунктов шли крестные ходы. Ну, кто-то выходил там за 2 дня, если это рядом с Сурским, кто-то выходил за неделю, кто-то за 10 дней. И вот так же тоже люди шли, и потом эти крестные ходы все соединялись, объединялись, и праздник уже совершался на Никольской горе. Я как-то подумал, почему бы нам так не сделать, да? Ну, по крайней мере, вот хотя бы один такой крестный ход. Тем более, как бы люди, которые знают, что это такое, и помнят, и есть вот батюшка, который у нас в Саратове всегда сопровождал этот крестный ход, о котором я рассказывал. Он теперь наш симбирский батюшка, служит у нас. Вот отец Сергий, я его сказал, Сергий, сможем сделать? Он говорит, сможем. Вот, и мы так вот собрались и сделали. Почему от Языкова? Потому что он там служит, совершает свое служение. А, наверное, хорошо было бы от города, от Симбирска, наверное, выходить в следующий раз. Может быть, мы попробуем так и сделать. Это будет в 2 раза длиннее, дольше. Пока мы хотели просто попробовать, насколько люди смогут вот воспринять. Все-таки это сложно. Действительно, особенно когда нет навыка, нет привычки такой. Но мы увидели, что люди восприняли совершенно замечательно. Я думаю, что действительно это труд ради Бога, ради святителя. Вы знаете, вот человек, нормальное совершенно человеческое чувство, человеку хочется, ну, что-то дать от себя. Да? Что мы можем дать? Вот, ну, вот такой вот труд, молитвенный труд. Я думаю, что это запомнится всем тем, кто шел крестным ходом. Это радостное такое чувство. Вот, повторюсь, мне очень многие люди подходили и говорили о счастье. Вот, то радостное, счастливое чувство, которое у них было вот, благодаря этому крестному ходу. Спасибо, Владыка. До свидания. Пожалуйста. До свидания, уважаемые зрители.